9 февраля глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Лавровым. Гость отметил, что Поволжье и в том числе Чувашия – лидер по реформированию общественных финансов. В Чувашии проводится сбалансированная бюджетная политика, приносящая реальные результаты. Республику отличает высокое качество государственного управления и управления общественными финансами. Тем не менее, нам есть к чему стремиться, отметил Михаил Игнатьев. Предприниматели новые производства открывают, модернизации проводят. И практически, если машиностроение у нас было на первом месте, сейчас электротехника наступает на пятки. И перспективы, наверное, выйдет. И самое главное здесь, ключевым фактором является то, что спрос на рабочую силу работодателей для студентов, которые выходят с этих факультетов, все трудоустраиваются, 100%. Делаем бюджет правильно, и начинается постепенно и приток инвестиций, и взаимодействие с международными структурами, и частный бизнес, я думаю, начинает вас воспринимать как прозрачных, надежных партнеров, и, соответственно, возникает совместный проект. Вот это очень хорошо, что у вас это все происходит, продолжается развиваться. Алексей Лавров приехал в Чувашию на семинар, который посвящен вопросам создания единой системы управления финансами. На семинаре затронули актуальные вопросы построения единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами в нашей республике, внедрение банковских карт, приобеспечение наличными средствами госучреждений, а также создание единого портала бюджетной системы Чувашии.